Молодой праздник для Невельска «День Сивыча» прошел 24 июля. С солнечной погодой, увлекательным путешествием с пиратами, различными мастер-классами, рок-концертом и фееричным салютом. В этот день в рекреационном парке по улице Береговой собралось немало людей. Юные посетители праздника участвовали в мастер-классах, разукрашивали мега-раскраску с Сивычем. На празднике работали волонтеры из села Шибунино, которые помогали взрослым и детям при работе площадки «Гигантская раскраска». Для детей работали не только аттракционы, но и можно было с помощью аквагрима перевоплотиться в любого героя. Тетрализованное представление открыл символ праздника – «Сивучонок», который развлекал детей, создавал отличное настроение и подарил бурю положительных эмоций. Традиционным стало чествование победителей и призеров конкурса «Сивыч – житель нашего города». С 21 по 31 июля в модельной центральной районной библиотеке города Невельска действует выставка районного конкурса рисунков, плакатов и работ декоративно-прикладного творчества, которая проводится при поддержке некоммерческого партнерства «Бригантина». Всего было представлено 139 работ, из них рисунков 74, 65 работ декоративно-прикладного творчества. Приняли участие 15 организаций, около 200 человек. После подведения итогов всем победителям были вручены подарочные фотоальбомы с фотографиями природных мест Сахалинской области, а также комплекты подарочных книг о Невельске. Они радуют нас, гостей нашего города, своим присутствием, грациозностью. Поэтому, ну, посмотрели все работы, которые были представлены. Ну, это просто замечательно. Плохих работ просто не было. Невельск – это родной город мой. И Сивычи – это наша достопримечательность. Вечерняя музыкальная программа продолжилась рок-концертом с участием невельских групп «Инау» и «Эверест», а также гостей города «Сахалин.ру» с Южно-Сахалинска и «Барнинг Войс» с города Корсакова. Кульминацией праздничного дня стал фейерверк. Служба информации Невельских новостей.